В течение 2 дней, 14 и 15 января, проходили соревнования по технике лыжного туризма «Русская зима», участие в которых приняли команды из множества образовательных учреждений города Рыбинска. Главная цель соревнований – показать возможности лыжного туризма, подготовить ребят к настоящим походам. На дистанции длиной около 2 километров были предоставлены ситуации, которые можно встретить во время путешествия на лыжах, такие как спуск с поворотом, тропление лыжни, переправа по тонкому льду, оказание первой медицинской помощи и многое другое. Мы показываем, что это самый доступный, демократичный вид спорта в наше время. Я считаю, что нашим ребятам, которые сегодня здесь находятся, очень повезло, потому что у них в школах есть увлеченные люди, педагоги, туристские организаторы, которые могут их чему-то научить и показать, открыть страничку такую, как спортивный туризм. Благодаря таким соревнованиям у будущих путешественников закаляется командный дух и выносливость. Пройдя все испытания, спортсмены становятся полностью подготовлены к самостоятельному походу.